Взрыв у метро в Стамбуле был тщательно спланированным терактом. У турецких полицейских не осталось сомнений, что сдетонировало самодельное устройство. Взрыв прогремел вечером в минувший вторник у станции метро. По последним данным, сработало самодельное устройство, которое было заложено под машиной, припаркованной у наземного перехода. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Во время взрыва под переходом проходил поезд. Ударной волной в нем выбило стекла. Сейчас в этом районе движение метрополитена остановлено. Ни одна террористическая группировка ответственность за случившееся на себя не взяла.